Көп рахмет, Жанар, құрмет әріптестер, орталық коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан баспасөз мәслихатын бастаймыз. Сонымен бүгінгі талқылайтын тақырып еліміздегі инклюзивті білім берудің дамытуы. Құрметті спикерлерімізбен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігінің арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығының директоры Күдеринова Айгерім Мерекеқызы. Оқу-ағарту министрлігінің арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың ұлттық ғылыми практикалық орталығы диагностикалық консультативтік бөлімінің басшысы Ерсарина Алия Қасымханқызы. Және Ыбырай Алтынсарин атындағы номер 83 мектеп гимназиясы директорының орынбасары Әбілқасымова Назым Үсенбекқызы. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Әйгерім Мерекеқызы, алғаш сөзіңіз өзіңізде, мархабат. Рахмет. Бүгінгі таңда инклюзивті білім беру жүйесі негізі мына білім жүйесінің жақсарту бойынша көптеген мәселелерді шешеді. Сондықтан соңғы жылдары нормативтік құқықтық актілерге бірталай өзгерістер енгізілді. Біріншіден ол ерекше білім беруді қажет ететін балалардың санаты кеңейтілді. Ол дегеніміз не? Біріншіден бұрын осы санатқа тек оқу барысындағы денсаулығына байланысты қиындықтар көретін біздің мүмкіндігі шектеулі балалар ғана жататын. Ал бүгінгі таңда осы санатқа басқа да әлеуметтік болсын экономика тұрғыдағы қиындықтар туған кезде осы балалар да ерекше білім беруді қажет ететін балалардың санатына жатады. Осыған орай әрине білім саласындағы көптеген іс-шаралар қабылданып жатыр. Ол өздеріңіз білетіндей екі жылдан астам жазғы мектеп оқушыларға көмек көрсету бойынша ұйымдастырылып жатыр. Дарынды балалармен де көп жұмыс жасалынып жатыр. Сонымен қатар ең көп қиындық туғызатын ол ерекше білім беруді қажет ететін балалардың ішіндегі мүмкіндігі шектеулі балалар. Осы балалардың саны бүгінгі таңда 188 мыңнан асады. Әрине осы балаларды оқыту үшін, анықтау үшін бізде мемлекетімізде психологтық, медициналық, педагогикалық консультациялар жұмыс істейді. Сонымен бірге біздің осы балаларды қолдау үшін арнайы психологтық, педагогикалық сүйемелдеуді жүргізетін арнайы мекемелер жұмыс істейді. Осыған орай біздің мемлекетімізде 208 түзету кабинеттері, 13 оңалту орталықтары жұмыс істейді. Сонымен қатар 42 арнайы балабақша және 99 арнайы мектеп жұмыс істейді. Және 4000-нан астам жалпы білім беретін мектептердің ішінде 40 мыңнан астам ерекше білім беруді қажет ететін балалар оқиды. Енді осы саланы жақсарту үшін біріншіден білім туралы заңға бірінші басшылардың жаңағы міндеттері кеңейтілді және жауапкершілігі артты. Осы бірінші басшылар біріншіден арнайы жағдайларды жасау керек, екіншіден балаларды қабылдау кезінде ережені бұзбау керек. Ол біріншіден. Екіншіден мына балаларды оқыту барысында мектептерге, балабақшаларға типтік оқу бағдарламаларды баланың өзінің дамуына қарай типтік оқу бағдарламаларды бейімдеп және жеке бағдарламаны құру мүмкіндігі берілген. Сонымен қатар бүгінгі таңда ерте жастан балаларды анықтап, ерте жастан балаларға көмек көрсету үшін мемлекеттік тарапынан мемлекеттік тапсырыс енгізілетін болады. Осы да керемет жағдай, өйткені бүгінгі таңда түзету кабинеттер мен оңалту орталықтарында үлкен сұраныс бар. Жаңа мен айтып кеткендей, біздің мемлекетімізде психологтық, педагогикалық, медициналық кеңестер бар, консультациялар. Олардың да жүйесі медициналық модельден педагогикалық, әлеуметтік модельге көшті. Яғни бұл жерде диагноз деген емес, ал балалардың ерекше білім беруде қажеттіліктерін анықтау жүйесі енгізілді.
уважаемые коллеги, с целью развития системы инклюзивного образования в последние годы внесены изменения в нормативно-правовые акты. В первую очередь были внесены изменения в закон Республики Казахстан об образовании. Что нового появилось в нашем законодательстве? В первую очередь расширена категория детей с особыми образовательными потребностями. Если раньше в эту категорию относились только дети, испытывающие трудности в обучении, обусловленные здоровьем, так сказать, наши дети с ограниченными возможностями, то сегодня эта категория расширена, и в эту категорию входят дети, испытывающие трудности из-за других причин, то есть социальных, экономических и так далее. Это и дети наших кандасов, мигрантов, это и одаренные дети и так далее. И поэтому сегодня в целом в системе образования проводится много мероприятий по поддержке данных категорий детей, и летние школы организовываются, и специализированные программы для одаренных детей внедряются. И, конечно же, особую роль, особое внимание сегодня министерство уделяет детям с ограниченными возможностями. Поэтому на сегодняшний день много работы проводится по обучению детей с ограниченными возможностями и их поддержке. Для этого у нас создана система специальных организаций образования. На сегодняшний день в стране действуют психолого-медико-педагогические консультации, которые первые выявляют и проводят оценку потребностей детей. Также работает 207 кабинетов психолого-педагогической коррекции и 13 реабилитационных центров системы образования. Созданы 9 аутизм-центров совместно с Асалмирас. Поэтому эта работа сегодня проводится многосторонне. В этом активное участие принимают как родительская общественность, так и неправительственные организации. У нас сегодня созданы ресурсные центры на базе общеобразовательных школ по стране. И, конечно же, ряд изменений в закон позволило усилить ответственность первых руководителей организации образования за нарушение правил приема и несоздание специальных условий. Помимо этого, введено понятие психолого-педагогического сопровождения, то есть разработаны правила психолого-педагогического сопровождения и утверждены приказы министерства. В соответствии с этим правилом создаются специальные условия и сопровождаются в учебном процессе все нуждающиеся дети в помощи как педагогов-предметников, воспитателей, так и специальных педагогов. И введена служба психолого-педагогического сопровождения. Сегодня для оказания практической помощи педагогам созданы ресурсные центры на базе опытных общеобразовательных школ. Завтра буквально у нас будет семинар для таких ресурсных центров. И, конечно, основная проблема сегодня, она никому не секрет, мы говорим о том, что все-таки есть нехватка кадров и необходимо сейчас усилить меры по обучению педагогов методам работы с детьми с особыми образовательными потребностями, потому что, согласно законодателю, сегодня еще и организациям образования дано право адаптировать типовые учебные программы, либо создавать индивидуальные учебные программы в соответствии с особенностями этих детей. И, как я уже сказала, сегодня у нас в стране действуют психолого-медико-педагогические консультации, которые как раз-таки призваны качественно провести оценку потребностей, и их деятельность сегодня переведена на новый формат. Об этом расскажет моя коллега Алия Касымхановна. Здравствуйте. Действительно, как сказала уже Гирия Мирикиевна, психолого-медико-педагогические консультации, которые создаются из расчета на 50 тысяч детского населения для оказания помощи детскому населению, выявления проблем развития, в оценке их образовательных потребностей и составлению рекомендаций по созданию специальных условий обучения в организациях образования. К сожалению, у нас сеть недостаточно во всех регионах развита, и есть области, регионы, в которых открыто значительно меньше расчетного показателя. Так, например, в Туркестанской области необходимо открытие еще 11 ПМПК. По 3 ПМПК необходимо открыть в Шымкенте, в городе Алматы, в городе в Жамбылской области, в городе Астане необходимо еще 2 ПМПК. Действительно, с принятием закона о некоторых изменениях в нормативно-правовые акты в области инклюзивного образования
по МПК перешли с медицинской модели с фокусом на постановку медицинского диагноза и отбора детей по медицинским показаниям в специальной организации образования. Переход на социально-педагогическую модель позволил перевести фокус внимания по МПК на выявление, оценку особых образовательных потребностей, и уже заключение по МПК составляется на основе социально-педагогической классификации. Ну, например, если раньше мы обозначали проблемы с двигательной сферой посредством медицинских диагнозов, то сейчас для школы важнее заключение, допустим, ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата, обязательство уточнения, самостоятельно передвигающийся или не передвигающийся. Получив такое заключение по МПК на основе социально-педагогической модели, школа знает, что ребенок самостоятельно не передвигается, значит, необходимо создать безбарьерную среду, обеспечить все точки инфраструктуры школы, будь то кабинет, будь то столовая или туалетная комната, также это безбарьерной средой. Возможно, необходима специальная мебель, стол и стул. Возможно, обучение, если у ребенка есть, значит, проблемы с конечностями и, прежде всего, с движением пальцев рук, то, значит, обучение, предполагающее использование специальной клавиатуры. То есть фокус на то, какие потребности у ребенка есть в обучении, и создать все необходимые специальные условия. Кроме того, переход на социально-педагогическую модель усиливает роль такой деятельности по МПК – это консультирование родителей, а также учителей, специалистов, служб сопровождения, организации образования. Акцент не только на диагностику, диагностика ради консультирования, чтобы объяснить как родителям проблемы ребенка, что нужно с этим делать, так и специалистам по конкретным направлениям работы с ним. Другой момент, который также важен в работе по МПК, это оценка всех выявленных особых образовательных потребностей. Сюда относится и адаптация или индивидуализация учебной программы, если ребенок не может в полном объеме ее усваивать, изменение способов оценивания, если ребенок учится по адаптированной или индивидуальной программе. Это выбор методов обучения, специальных, вариативных или альтернативных. Это услуги специалистов, психолога, педагога-дефектолога, логопеда, а также такого специалиста, как педагог-ассистент, который оказывает индивидуальную помощь, осуществляет индивидуальное сопровождение ребенка с трудностями поведения. Сюда же мы отнесем и использование специальных учебников, специальных прописей, другого индивидуального дидактического материала. Все эти особые образовательные потребности, выявление, оценка и отражение их в рекомендациях по МПК необходимы для организации образования, чтобы они создали все необходимые условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. Спасибо. Мектебіміз туралы айтатын болсақ, 83-ші мектеп гимназиясы 2016 жылы ашылған. Осы ашылғанымызға 7 жылдан астам біздің мектепте ерекше білім беруді қажет ететін балалар үшін инклюзивті білім беру ортасы құрылып, ары қарай дамып жатыр. Мектебіміз Астана қаласы бойынша ресурстық орталық болып табылады. Қазіргі таңда 120 ерекше білім беру қажеттілігі бар балалар білім алуда. Олардың ерекшеліктеріне, қажеттіліктеріне байланысты 30% жалпы білім беру бағдарламасы бойынша білім алады. Және де 45% бейімделген білім оқу бағдарламасы бойынша, және 27% жеке оқу бағдарламасы бойынша білім алады. Бұл оқушылар үшін, жеке оқу бағдарламасы бойынша білім алатын оқушылар үшін арнайы кітап, дәптерлер қолданамыз. Сонымен қатар, балалардың сәтті бейімделуі, әлеуметтенуі, әр баланың өзінің мықты жақтарын дамыту үшін біздің мектебімізде инклюзивті білім, инклюзивті қолдау кабинеті жұмыс жасайды. Бұл кабинетте логопед мамандары, арнайы педагогтар, психологтар, эрготерапевт және емдік дене шынықтыру мұғалімдері жұмыс атқарады. Сонымен қатар дене шынықтыру мұғалімдерде адаптивті
бейімделген спорт түрлері бойынша курстарды өтіп, балалар толыққанды дене шынықтыру сабақтарына қатысалады. Сонымен қатар жобаларда жүзеге асырылып жатыр. Мысалы айта кететін болсақ, жылы жай жобасы бар, Kids Farm жобасы бар. Сонымен қатар біздің мектебімізде ИПА тренажер бар. Осы оқу жылының басынан бастап біз қасиетті жол деген қоғамдық қормен бірлесіп меморандум жасап, балаларымыз ипподромға барып, ипотерапиядан да емдік шараларға қатысып жатыр. Осы 120 ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларымыздың 42% педагог ассистенттің сүйемелдеуімен жүреді. Педагог ассистент дегеніміз бұл баланың жеке тұлғалық бағытталған және түзету дамыту жұмыстарына тікелей әсер ететін және өте бір орны бөлек көмек көрсететін педагогтардың мамандардың бірі болып табылады. Тағы да айта кететін жайт, біздің ұстаздарымыз ресурстық орталық болғандықтан көптеген семинарларға қатысып, өзіміздің мектепшілікте семинарлар өткізіп, әдістемелік көмектерді басқа мектептерге де, осы қала мектептеріне де көрсетіп отырамыз. Мен осы жерде бір сұрақ қойып өтсем, педагог ассистент болады дедіңіз, жеке бағдарламаға болса, оқушыда, сонда өзінің жеке педагог ассистенті болады. Жанында әрқашан қолдап жүретін ұстаз, былай. Педагог ассистент негізінен қандай балаларға біз тағайындаймыз, жалпы мектеп тағайындай алмайды педагог ассистентті. Жаңағы біздің нормативтік құқықтық заңдар бойынша педагог ассистентті ПМПК, педагогикалық медициналық психологиялық медициналық білімі бар, комиссия, осы жайлы сұрайын деп, арнайы білімі бар ма деп. ПМПК ғана бағыттайды. Енді жаңағы ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар барлығы бір сыныпта оқиды ма, арнайы сынып бар ма, немесе қарапайым? Инклюзивті білім беру болғандықтан, енді араластыру деп есептейміз ғой, кіріктіру, балалар жалпы сыныпта отырады. Осы 70-ден аса жалпы сыныпта осы балаларымыз бірден, екіден отыр, білім алып жатыр. Ал енді білім деңгейі бұл балаларда әртүрлі болады ғой. Бұл жағдайда қалай білім бересіз? Әр баланың өзінің және ПМПК-ның жазған қорытындысы бойынша, ұсынысы бойынша бейімделген деп жатыр ме, және жалпы оқу бағдарламасы ма, бейімделген жеке оқу бағдарламасы деп ұсыныс жасайды. Сол бойынша біз балалардың өзінің қажеттілігіне, ерекшелігіне қарай бағдарламаны бейімдейміз. Рахмет. Вот вы сказали, что в ПМПК также консультируют родителей. То есть детей, которые требуют особых образовательных потребностей, да, у которых не только перед тем, как пойти в первый класс, да, выявляют, в любом возрасте можно это выявить. То есть если родитель видит, что его ребенок не успевает по образовательной программе, он может обратиться в ПМПК за консультацией. Подробнее, пожалуйста, расскажите об этом. Психолого-медико-педагогические консультации вообще-то обследуют детей в возрасте от 0 до 18 лет. То есть в любом возрасте родители могут обратиться в такую консультацию по любым проблемам развития. Это может быть отставание в развитии, это может какие-то психологические проблемы, и в том числе трудности обучения. Конечно, очень важно, чтобы родители обращались в свое время, своевременно, еще в раннем возрасте заметили какие-то проблемы в развитии, чтобы своевременно выявить, своевременно получить помощь и уже к школе быть готовы к школьному обучению. Но бывает так, что родители не замечают или как-то думают о том, что, возможно, это все пройдет, и дети поступают в школу, и когда они начинают учиться, учебный день – это сложный вид деятельности, все первоклассники испытывают трудности, а наши дети, они, конечно же, сразу обнаруживаются учителем проблема. И вот тогда значит, школьная служба сопровождения обследует ребенка и при необходимости направляет в ПМПК, потому что нужно обязательно выявить его образовательные потребности. Нужна ли помощь психолога или логопеда, или педагога-дефектолога? Нужно ли адаптировать, индивидуализировать программу? И вот в этом главное значение ПМПК. Ну и очень важно правильно консультировать родителей в том плане, чтобы они
могли объективно оценить проблемы ребенка и в том числе оказать сами помощь, потому что родители и в раннем возрасте особенно, и в дошкольном тоже могут во многом помочь ребенку. И роль ПМПК заключается в том, чтобы объяснить, что и как делать. Спасибо большое. А для родителей есть ли специальные колл-центры? Или же информацию, как бы сказать, сайт, специальный сайт ПМПК? Наверное, вы ответите. Ну, для родительской общественности, конечно, очень много, во-первых, сейчас активно работают сами неправительственные организации, да. Нас приглашают часто, мы проводим, скажем, вебинары, участвуем в их открытых лекциях. Но и в каждой ПМПК есть свой сайт, куда могут родители зайти, посмотреть часы приема и так далее. И в том числе на сайте нашего Национального научно-практического центра развития специального инклюзивного образования есть рубрика для родителей, куда они тоже могут заходить, смотреть необходимую информацию. Спасибо большое. Коллега из Бахкизет, Асель Абельбекова, направила свой вопрос. Ерекше балалармен жұмыс істеу оңай емес. Осы тұрғыда инклюзивті білім беруде педагогтерге қандай да бір жағдай жасала ма, жалақы көтерілгеннен басқа? Әрине, бұл жерде үкіметтің қаулысы бойынша ерекше білім беруді қажет ететін балалармен жұмыс істеген мұғалімдерге, педагогтерге 40% үстемақы төлінеді. Осы шешілген, сонымен қатар, мына бүгінгі таңда жан басына қаржыландыру енгізілген, сол жан басына қаржыландыру бойынша ерекше білім беруді қажет ететін балаларға екі есе көп ақша төленеді. Осы тұрғыда мен де сұрақ қойып өтсем, жаңа осындай ерекше балалармен жұмыс істеу оңай емес деп жатады ғой. Бізде әлеуметтік желілерде неше түрлі видеолар көріп жатамыз. Педагогтер психикалық тұрғыда өз-өздерін ұстай алмай, қол көтеріп жатады. Осындайды сіздер қадағалайсыздар ма? Осындай жағдайларды. Енді осындай жағдайларды қадағалау үшін мектепте психолог штаты енгізілген. Біріншіден психологтардың басты қызметі ол мына оқушылардың, ата-аналардың, педагогтардың қарым-қатынастарын жаңағы жақсарту бойынша осы мақсатпен енгізілген. Әрине, бүгінгі таңда енді көптеген мұғалімдеріміз осындай қиын жағдайда жұмыс істеуге көбінесе мына психологиялық тұрғыда дайын болмаса, бізде әртүрлі жаңағы курстар өтеді. Енді мұғалімдер болғандықтан ол енді өзінің қалауымен барды, сондықтан бүгінгі таңда мына біздің заңымыз бар, ол педагогтың мәртебесі бойынша заң. Осы педагогтың мәртебесі заң бойынша әрине біріншіден біздің педагогтеріміз әдепті сақтау керек. Әдепті сақтап, өзінің мінез-құлқына жақсарту үшін өзі де бір әрекеттер жасап, түрлі методикаларды іздестіріп, өздерінің әріптестерімен бірлесе отырып жұмыс істеу керек. Көп рахмет жауабыңызға. Бізбен дәл қазір тікелей байланыста Асель Сайлаубай, четвертая власть кезет. Асель, здравствуйте. Алло, слышно, да? Да, ваши вопросы. Добрый день. Мы до того, как началась пандемия, посещали одну из школ, по-моему, на 188 улице. Это 83-я, да, школа? Нет, 83-я школа, не там, Асель. Вы, наверное, путаете. Ага, на 188 улице была... А есть школа одна, где тоже очень много классов инклюзивных. Мы встречались с директором, она нам рассказывала о том, что на тот момент проходили у них обучение педагоги и так далее. Но вопрос, один из таких, который хотел бы задать на сегодняшний день, это доступность детей к школам. Директор школы сообщала о том, что детям с колясками очень сложно зайти в школу с утра и после занятий выйти, так как очень большое скопление машин, и школы не приспособлены к тому, чтобы дети могли зайти в эти школы и получить свои знания. Очень тяжело им туда подойти. На машинах их подвозят, но там нет соответствующего оборудования.
На сегодняшний день как ситуация складывается доступа образования детям с особенными потребностями? Спасибо за вопрос. Сегодня это, конечно, актуальная тема, потому что, вот как мы уже сказали, в закон об образовании внесен ряд изменений, где усиливается ответственность местных исполнительных органов по созданию специальных условий. Поэтому и подъездные пути, и создание безбарьерной среды сегодня необходимо местным исполнительным органам на это обращать большое внимание. На законодательном уровне все нормы приняты, и строительные нормы сегодня тоже содержат именно те моменты, когда необходимо уже на уровне строительства создавать безбарьерную среду и продумывать все подъездные пути и так далее. Это, конечно же, основная задача сегодня местных исполнительных органов. Это только с них нужно, да, им задавать этот вопрос? Правильно, да, местные исполнительные органы. Такой момент, смотрите. Вы говорите о повышении квалификации, обучении педагогов и так далее. А кто же все-таки обучает этих педагогов, если у нас на территории Казахстана нет таких, не было таких специалистов? Приглашаете из-за рубежа или это все-таки наши местные самообучались и дальше продолжают обучать наших педагогов для работы с особенными детьми? Сегодня образовательные программы педагогических вузов включают обязательно на всех педспециальностях обязательно часы по инклюзивному образованию. Это раз. Два, конечно же, если дело касается педагогов, которые уже сегодня работают в системе образования, то здесь проводятся курсы повышения квалификации педагогов. Основным оператором проведения курсов повышения квалификации у нас является акционерное общество «Орлев», но и также наш центр тоже проводит курсы для педагогов. Ну и, конечно же, сегодня, как я уже сказала, созданы в каждом регионе ресурсные центры на базе опытных общеобразовательных школ, имеющие достаточное количество детей с особыми образовательными потребностями и достаточный опыт работы с такими детьми. И поэтому сегодня еще и будет внедряться вот эта модель от учителя к учителю, передача практических знаний, когда ресурсные центры выступают именно той организацией, которая именно может дать практические знания, практический опыт своим коллегам. Сегодня у нас 21 ресурсный центр в стране функционирует, и в соответствии с концепцией развития образования эти ресурсные центры мы будем увеличивать. Все-таки уточните, пожалуйста, кто обучал этих педагогов, которые сейчас обучают других, или они только на практике сами обучились, скажем так, путем проб и ошибок, и после этого разработали свои программы, либо же вы обращались к иностранным организациям, где данная работа ведется уже давно. Спасибо за вопрос. Если вы имеете в виду учителей общеобразовательных школ, которые по образованию... Нет, я говорю, кто сейчас занимается повышением квалификации этих педагогов? Значит, смотрите, помимо «Орлева», наш центр, Национальный научно-практический центр развития специального инклюзивного образования. Мы в свое время проходили обучение по инклюзивному образованию. Мы ездили, изучали опыт тех стран, которые пришли, прежде всего, европейских. Вот. Нами разработаны различные методические рекомендации. Есть методические рекомендации для педагогов-ассистентов, для педагогов-дефектологов, для психологов, для учителей, как они должны обучать детей с особыми образовательными потребностями. А также проводятся курсы повышения квалификации для всех этих категорий. Нет, я вас прошу, пожалуйста, ответьте мне, кто учил наших, вот сейчас ваших, например, сотрудников, на каком основании они сейчас обучают других педагогов? То есть, вот вы говорите, выезжали в другие страны. Какие страны и какой опыт вы там приобрели? Вообще-то у нас специалисты-дефектологи, психологи-логопеды всегда были еще с времен советской власти. И опыт, в каждой стране свой опыт инклюзивного образования. Есть общие подходы, современные подходы, которые отражены прежде всего в различных международных документах Конвенции ООН, Соломанская декларация по инклюзивному образованию. Но каждая страна, абсолютно каждая страна выбирает свои подходы. Да, они основываются на общемировых, но свои нормативно-правовые документы. У нас есть специалисты и дефектологи, и логопеды, и психологи,
которые имеют многолетний опыт, и как в образовании они получали это образование, так и в обучении этих детей. И мы сами разрабатываем свою учебно-методическую базу для обучения детей с особыми образовательными потребностями, но уже в условиях инклюзивного образования. Ну, я добавлю, все конечно, хорошо, спасибо. Я добавлю еще то, что в этой сфере курсов повышения квалификации, как мы уже сказали, помимо организации, напрямую относящейся к Министерству просвещения, еще активное участие принимают неправительственные организации, такие как фонд Дара, Болашах, и они тоже обучали различным методикам наших педагогов, и поэтому здесь очень большой спектр именно стейкхолдеров, которые проводили курсы и обучали наших педагогов. Спасибо. Спасибо, Сель. Так, касательно ресурсных центров по инклюзивному образованию мы сказали, да, скажите, пожалуйста, несколько пунктов главной задачи инклюзивного образования. Пожалуйста. Ресурсного центра? В первую очередь, одна из главнейших задач инклюзивного образования – это повышение качества системы образования и доступности качественного образования для всех категорий детей. Вот это основная задача инклюзивного образования. Рахмет. И такой вопрос от коллеги. Планируется ли ввести педагогов-ассистентов в дошкольную организацию? Да, этот вопрос давно поднимается. Сегодня педагоги-ассистенты на законодательном уровне введены в типовые штаты организации среднего образования, в школы. В дошкольных организациях еще не введены, но этот вопрос сейчас рассматривается министерством. Рахмет. Инда Назым ханым, жаңа айтқаным, ерекше білім беруді қажет ететін балалардың кейбіреулері дарынды ғой. Осы тұрғыда сіздерде сондай бір оқушылар бар ма? Үздік десе, мақтан тұтарлық оқушылар бар ма? Біздің мектебімізде бір оқушымыз бар, 7 сыныпта оқиды. Бірінші сыныпқа келгенде өте қиын болды бейімделуі. Қазір енді 7 жыл өте шықты. Ол бала математика нақты пәндерден өте мықты. Физика, математика, химиядан және де өзі ойында көптеген мыңдық сандарды қосып, алып, азайтып, көбейтіп, сондай есептерді шығара алады. Және де химиядан ғылыми жобаларға қатысып жатыр. Сонымен қатар, 2 жыл бұрын бітірген бір оқушымыз бар. Ол қыз бала қазір оқу жатыр жоғары оқу орнында. Ағылшынша еркін сөйледі, және де бізде ерте жастан химияны ағылшын тілінде кішкентай 5-4 сынып оқушыларына үйірме түрінде өткізді балалармен, қарым-қатынасты жақсартты, және де ол баламен жаңа кіші сынып оқушыларына өте қызықты болды. Дарынды балалар бар. Енді бұл тұрғыда ата-аналарға айтарымыз, бал өз балаларында жаңағы білім беру бағдарламасынан қалып бара жатса, немесе өз баласын ақаулықтар көрсе, ұялмай, арнайы мамандарға, психологтарға жүгініп, әр жерде өз плюсын табуға болады деп айтсақ болады ғой, иә? Айтсақ болады, иә. Әр бала өзінің ерекшелігімен және дарынды деп айтсақ болады. Бұл жерде атана ең біріншіден баланың болашағын бала үшін қолайлы, оңтайлы жағдай туғызу керек. Ең біріншіден. Көп рахмет сіздерге. Көп рахмет. Сөз соңында мүмкін атаналарға ма бір айтарларыңыз бар шығар? Біріншіден жаңа айтқандай, мына инклюзивті білім беру жүйесі, мына біздің жалпы білім беретін жүйесінен ең басты жаңа ерекшелігі неде? Ол шынымен де мына ата-аналардың білім жүйесіне оқу барысындағы белсенді қатысуы. Сондықтан бүгінгі таңда біз жаңа айтып отырмыз, баланың ерекшелігін бағалау жүйесі енгізілді. Осы ережеде мына ата-ананың өзінің керемет рөлі бар, өйткені баланың мінез құлқын, баланың жаңағы өзінің қаншалықты ерекшелігін мұғалімдерге тек ата-ана ғана жеткізе алады. Сондықтан бүгінгі таңда ата-аналарымыз тек мына мұғалімдерден менің балам қалай дамып атыр, қалай оқып атыр, қандай жағдай жасадыңыз емес, бүгінгі таңда ата-ана нақты білім жүйесінің бірге белсенді қатысып жасалайтын тұлға ретінде есептеледі. Сондықтан белсенді қатысуды
шақырамыз ата-аналарымызды. Көп рахмет, құрметті спикерлер, уақыт бөліп, балаңызға келіп, маңызды ақпараттармен бөліскендер үшін істеріңізге сәттілік тілейміз. Әріптестер, осымен тәмамдаймыз, аман сау болыңыздар.